Всем привет, с вами Рэмплей, началась игрушечка. Эта игра у нас новая на канале, я, соответственно, ни в какую часть вообще не играл. Сейчас самая популярная это Metro Exodus, да, там. Но я взял что-нибудь попроще, то есть... Потому что Metro Exodus это уже как бы продолжение всех этих игр, а я ни в чём не играл. Ни хрена ничего не знаю. Будем вместе смотреть, разбираться. Кстати говоря, всем Иисус Христос. А мы начинаем, да? У нас сегодня Пасха, так что всем Иисус Христос. Вот всем. И всем по яичку. Так, давай почитаем. Она полностью русская, то есть тут все русское должно быть. Так, выберите стиль игры. Выживание. Режим выживания, делающий патроны фильтр редкостью, а перестрелки и скрытые прохождения более сложным. Позволяет игрокам по-настоящему погрузиться в выживание в мире метро 2033, заставляя уделять особое внимание сбору ресурсов. Спартанец. Сложность боев и скрытого приближения к стандартному режиму метро. Луч надежды, а патроны, фильтры и другие ресурсы более доступны. Этот режим идеален для игроков, предпочитающих активные действия. Что нам лучше-то? Выживание? Ну, выживание это, наверное, на харде, да, как я понял. Давай возьмем спартанец, потому что я особо не играл, как уже до этого сказал, так что... А вот тут нормальный хардкор. Жесть, рейнджер. Я возьму нормальный. Все, погнали смотреть. Сделаю чуточку поярче. Потому что зачем. Черные появились тихо? Позже. Ладно, все тихо. Со стороны ботанического сада. Черные. Огромные, на голову выше самого высокого человека создания из ночных кошмаров. Жуткие, как вывернутые наизнанку люди. Чудовища. Рожденные, чтобы нас погубить. Молва приписывала им чудовищную силу и неестественную злобу. Говорили, что они голыми руками разрывают вооруженных людей. Чё за... Это неправда. Правда страшней. Жестко вообще, жестко. Так, нажмите любую клавишу. Это типа как сталкер, да, что-то там. Я вот тут какие-то. Недалеко раньше жил. Ну, до войны еще, на Петровке. Один из всей семьи спасся. На работу ехал. Звонить пробовал, но куда там? А это. Че мне пострелять дадут? Что такое? О, да, смотри. Черт! И что делать? Черт! Да что же это творится? Чё? Гасим. Чё за нахуй, а? Ебай, к шум пошёл. А, это рабочий? В смысле? Это люди, превращенные в зомби или люди в оборотни? Чё-то я не понял. И сейчас типа я превращусь, да? Ебать, здорово какой. Он вот так вот леща просто даст, я перевернусь. Артём! Артём, просыпайся! Артём, это я, Хан. Знакомое имя, Артём. Неудивительно после всего пережитого. Это мне все приснилось. Послушай, Артём, я был на пепелище Улья Черных и видел там одного из них. Я сразу отправился к тебе. Это шанс, Артём. Шанс понять. Они ведь пытались установить с тобой контакт. Только с тобой. А ты навел на них ракеты. Хан, ты как здесь оказался? Вон, немедленно! Да-да, Ульман, сейчас. Артём, нам просто необходимо поговорить с Чёрным. Я понимаю, что ты теперь в Ордене и подчиняешься Мельнику. Но надо убедить его отпустить тебя.
Хан, я сказал на выход! Я доставлю вас к полковнику. Тут секретный объект, Хан. И тебе тут быть не положено. За мной. Ну идем, идем. Это был сон. Собирайся, Артем. Я подожду у выхода из казармы. Пошли, сказочник. Не, прикольно, вот когда... У меня был один знакомый курильщик. Все на русском, когда, да? Ел, пил и дышал через дырочку в горле. Ну ты кури, кури. Так, это взаимодействовать могу, да? Маус 4. Включить свет. Так, все, вот мы начинаем игру, то есть нам дали управление. Блин, что-то мышка резкая какая-то, да? Давайте сейчас маленько поднастроим управление. Клавиатура. Оружие, инвентарь по умолчанию. Мышь. Давай вот так вот. Сейчас должно быть нормально, да? Ну, во, более-менее. Знаешь, мы тут уже давно, а я все привыкнуть не могу. Странное место этот Д6. Никогда бы не подумал, что такие огромные бункеры вообще бывают. Говорят, еще при Сталине строить начали. Строили, пока СССР... Здорово, Артем. А этот парень, кстати, был в той группе, которая Д6 нашла. Да, сразу же тон дали. А я вот в новобранцах 2 года гонял, пока меня в орден приняли. Так о чем мы там? И что, помогло? Не успели даже добежать. Так 30 лет все и простояло. Ничего, нам больше достанется. Классно, классно. Игры с русской озвучкой вообще прикольно. Да с этим богатством еще 100 лет под землей торчать можно. Можно все послушать. Я вот не могу никак привыкнуть. Реактор заработал, свет есть, тепла сколько хочешь. А мне как-то не по себе. Не может быть так хорошо. Да ладно тебе. Считай это подарок нам. Не знаю, как вы, а я на поверхность каждый раз. С ним не загнемся. Слышал, что с группой Романова случилось. С Романовым? А, там а с ним-то что могло стряслить? Он же в лазарете валяется. С того самого похода в Великую Библиотеку. Выписали его. На той неделе его группу отправили через болото на базу в церкви. Он единственный, кто живым добрался. Иди ты. Вся группа полегла? Там же вроде все спокойно было на болотах. Видишь вешки? Идешь по ним, чтобы не потонуть. Короче, как я понял, тут много, наверху там типа можно. Какие-то монстры, мутанты, они все под землей сидят, мог. Да? Черт его знает. Романов до сих пор рассказать не может. Давай, давай! Когда свежий пошлоходов по 30 раз! Качалку надо подкачаться, надо подкачаться. До сих пор отлично! Сидит, работай дальше! Не жрет ничего, людей не замечает. Будто только... Бицуха! Надо! Резче! Или нет? Главное, не говорите ему, что Бога тоже нет. Ржут весело им, да? Не могу взять чем, нет? У меня что-то и компаса нет, ничего нет. Привет, Артём! О! Говорят, ты теперь полноправный рейнджер. Надо будет это дело спрыснуть. А пока давай тебя экипируем. Итак, приступим. Прежде всего, противогаз. Без противогаза на поверхности и шаг не ступишь. Одна пыль чего стоит. Фонит до сих пор, как хоть яйца запекай. Да и в метро есть зараженные участки. Положи оружие. Не забудь фильтры. Конечно, противогаз смотрится и без них неплохо. Но пользы от него тогда ноль. Так, аптечки. Что тут скажешь? Все, что нужно для выживания в изящной оранжевой упаковке. Вот твой аванс за этот месяц. Не забывай, зарплату мы получаем армейскими патронами. Конечно, ими можно стрелять, бьют они больно, но лучше все же приберечь. Потом у любого торговца ты сможешь на них купить обычных патронов или нужное снаряжение. Так, все понял, чтобы открыть меню оружие. Удерживайте нам 4. А, все понял. Ага, отлично. Теперь самое интересное. Пушки. Выбирай, какие нравятся, и испытай их в тире. А где? У меня нет ничего. Вы что, специально?
Обычно рейнджеры носят по 3 ствола. И выбор их зависит только от тебя, Артём. На исходную! Заряжай! Огонь! Так, давай калаш. Это винтовка, производящая флотилию отдельную мельцу. Отличившись высокой точностью и мощностью. Отличное оружие для дальней дистанции. Ну, во-первых, мне нужна винтовка. А вот к этой красавице придачу нужно что-то для ближнего боя. Зато на расстоянии винтовки незаменимы. Да, это обязательно. Калаш. Это классический автомат военного производства, несмотря на скорость распространения цены, метро за высокие боеприпасы, качество и надежность. РПК. Ублюдок. Абзац. Ну, возьмем калаш. Отличный выбор. Калаш. Ну и третью давай возьмем убойную. Трабаш давай, да? Дробовикам в ближнем бою ничего нет. Главное, не пытайся издалека стрелять. Бестолку это. Так, ну все, я выбрал. Ладно, Артём, теперь отправляйся в тир и попробуй выбранное оружие в деле. Если захочешь посмотреть что-то еще, возвращайся. Я вас до седьмого фото гонять буду. Пока все десятки мне задержали. Артём, испытай, подай-ка остальные пушки. На исходную! Так, и в чё тут так стрелять? Они хотят бы сказать, ну чё? Попробуй выстрелить в центр груди обычного манекена. Молодец. А теперь стрельни по бронированному манекену. Улавливаешь разницу? Правильно. Много патронов надо. Так что смотри, если попадут, значит враг бронирован. Попробуй выстрелить в голову. Попал, так попал. Чувствуешь разницу? Ну, вроде бы основы ты выставил. Можешь потренироваться еще или отправляться к мельнику за заданием. Нет, давай, ну, на задание. Я уже в курсе. Так. Это патроны забрал, что-то еще. Все, пойдем за заданием к мельнику. Выдали сегодня приказ. Заходи. В метро проходит шесть, с кем нельзя. Полковник говорит, кто-то проболтался. Пошли по всему метро слухи. Врут кто как может. И провинция на миллион лет, и супероружие, и что-то. Объект чистый. Та часть, где мы сейчас, точно. Павчик, замеряли. Мы вчера обходили двери. Закрытых еще тьма. Некоторые завалены даже. Другие без замков, будто их изнутри запирали. И что? А то, что из-за некоторых фонит хоть яйца запекай. Ну, тут же реактор. От него может. Не может. Он вообще в другом конце. Я говорю тебе, это место только кажется таким безопасным. Может, это и не бункер никакой. А что тогда? Не знаю. Но двери эти закрыты неспроста. К себе командиров звеньев. Будет большое собрание. Что-то жареный запах, а? 100%. А я вчера дежурю в команду. Какой бес, это профессионал. Меня зовут Артём. Я хочу покидать обследованные зоны. Вчера разведгруппа пропала в одном из боковых туннелей. Так, Лёха, не слушай этого клоуна. Открывайте ворота! Ты про Лесницкого-то слыхал? Михалыч, ты о чем это? Спарта. Лаборатории спроси. Год 44. Черт! Что он там уже натворил? Открываю. Ну и что, сейчас типа мы выйдем, ну, наружу? Ладно, пошли. А где у меня этот, ну, инвентарь? Или еще пока мне недоступен? У меня только доступно вот. В гробнице повелителей древности клали все, что могло потребоваться им в загробной жизни. Оружие, украшения, колесницы, даже жен и рабов. Такую гробницу мне этот бункер и напоминает. Перестань нести ерунду. А, тут на лифте надо подниматься, все понял. А сокровища, о которых ходят слухи, те самые загробные дары. Оружие множество, и коней гордых, и богатства несметные. Похоже ведь, правда? Вот только грабители и Макир во все времена ждали проклятия. Хан, ты заткнешься или нет?
Эй, что случилось? Говорят, Лесницкий что-то натворил. А черт его знает. Лесницкий был в лаборатории. Смена закончилась. Дверь вскрыта. А вон все они, где я их там ищу. А Лесницкий пропал. Вот дерьмо. Так, а внутри там что? Хранилище там. Вроде химическое оружие. Хотя черт его знает. Это типа какой-то подземный сейчас бункер тут, А3 и А2, смотри-ка. Раскаленную арматурину загонит глубоко в душу. А я как назло без вазелина. Ладно, пошли. Сектор А. Да, взять-то мы D6 взяли, но сколько ждут выходов и входов? Нажмите, чтобы взглянуть на компас. Бункеры. Хотя, конечно, о такой базе можно только мечтать. Говорят, Ганза укрепляет свои погранпосты по всей линии. Особенно те, что с красным людей выводили. Всех забираем сюда. Послушаем, что на собрании скажут. Герман, эти к Мельнику в штаб, по вызову. Так точно. Проходите. А я, пожалуй, здесь подожду. Я к начальству сам. Потом. Че там за начальник такой? Артем, я чувствую. Я просто уверен, что уничтожение черных – худшая ошибка в истории человечества. Что если они вовсе не хотели нам вредить? Что если мы с ними были просто несовместимы? Все, кроме тебя, Артем. Да, на твоей родной станции погибли люди. Хантер, лучший боец Ордена, тоже. А ведь именно он говорит, если мы не будем сражаться за жизнь, нас съедят. Это закон эволюции. Но в этот раз мы, похоже, поспешили начать сражение. На вас напали? Повторите. На вас напали? Это на кого-то кто-то нападает. Так, Артём, Хан, у вас есть информация? Да, полковник. Тогда, пожалуйста, покороче. В ботаническом саду я видел черного. То есть одна тварь жива? К счастью, да. К счастью? Хан, что за бред? Черные худшие из всех угроз, с какими сталкивался Орден. Полковник, черный один, черный, он нам не угроза. Типа у Артема, мутант, да, я думаю, он найдет с черным общий язык. Отпустите его со мной. Хорошо. Артем, отправляйся с Ханом и найди черного. С вами идет наш лучший снайпер. Анна! Есть! Анночка. Зачем снайпер? Чтобы наверняка уничтожить черного. Что? Да как вы... Взять его! Убийца! Вы совершаете ту же ошибку! Нет. Я выполняю свой долг. Революция. Вывести его. Артем! Это твой последний шанс искупить вину. Избавиться от кошмаров. Короче, все решать я буду, да? Плюнь на эти бредни, Артем. Похоже, черный уже успел покопаться у него в мозгах. Выполняйте задание и мигом назад. Скоро война. И ты мне будешь нужен здесь. Вперед. Что застыл, кролик? Давай за мной. Ля, ты красотка. Скажу прямо. Черный тебя чувствует, так? Значит, ты сможешь его выманить. Но знай, Анна и правда лучший снайпер. Если черный тебя возьмет под контроль, у нее будет две цели. Так что осторожней. Лесницкий оказался в нетрёх. Я бы ей показал черного. Ваша задача перехватить его, прежде чем он доставит уральский. Еще скажи, что веришь этому психопату Хану. Мир с черными. Я в одном жалею, что не была тогда на телебашне. Во-первых, я не знаю, кто такие черные вообще. Поганый улей. Договориться с ними. Пустить их к нам в метро, чтобы они забрались к нам в головы и управляли нами как марионетками. Да это же все равно, что договариваться с дьяволом. Отойди от края платформы, подаем монорельс. Чего за черный? Кто это? Ну, это вот эти монстры, которые... Ему приснились, Артём, типа. Типа они. Понятно, сейчас, короче, увидим. Ну что, зачем? Так, кролик, заскакивай. Ой, нифига себе. А я могу сесть? Нет. Все, кролик, это место себя исчерпало. Все, поехали. Сейчас узнаем. Я думаю, нам скажут. Год назад, стоя на вершине телебашни, я видел, как ракеты падали на ботанический сад, обращая всех живых существ в пепел, плавя металл и стекло.
Никто и ничто не могло выжить в этом аду. Но Хан нашел там Черного. Теперь мой долг и моя миссия — найти и уничтожить его. Завершить начатое. Так, понятно, что надо убить Черного или с ним договориться. Но вопрос, откуда взялся Артем, это значит не первый серий. Есть еще какая-то версия метро 2033 просто. Это вот, наверное, первая серия. А это метро 2033 релукс какой-то. Что-то там, короче, улучшенная графика была написана, вся хрень. Откуда он взялся, этот Артем, я вообще не понял. О, у меня пушка. Да, я пройду туда. Раньше все это было обычным делом. А сейчас монорельс кажется фантастикой. Наши дети уже не будут знать, как им пользоваться. А внуки вообще будут думать, что это все боги создали. Ну, слушай, родная, у нас пока есть время, может, скоротаем? Это станция секретного метро 2. Нет, не хочешь. Туннели мы толком не изучили. Нет, ну, хер с тобой, коза. И вы тут не за этим. Не пускает меня за руль. Так, а мне что? У меня сейчас калаш. Я попробую подать напряжение, врубить свет. Пока пользуйтесь фонарями. Так, готов? Вперед! Осторожно, двери закрывают. Удачи, ребята. Примета на фонарик. Кстати, Артем, вы с моим отцом тоже тогда ведь на монорельсе ехали. Ракеты на рассадник в черных наводить. Хорошая примета. Тогда все нормально получилось. Я, конечно, понял, но нам бы этого черного приручить, чтобы он был за нас. О, включил свет. Ладно, напряжение есть. Открывай ворота, я держу проход. Молодец, справился. Тут особо-то и не сложно упасть, чуть такое. Чуваку не повезло, чувакам точнее. Тут все чисто. Выдвигаемся. Так, по плану впереди вход в коллектор. Давай, веди меня. Она так пристально глянула на меня, посмотрела. Что-то испугнуло. Будь начеку. Крысы бегут. Опа. Зараза, вот это скорость. Думаю, тут ничего серьезного не будет. А что это за мутанты? Откуда они вообще взялись? Лестница. Осталось совсем чуть-чуть. И посмотрим, кролик ты или кто. А, то есть вот сейчас мы наверх выйдем. Поверхность. Надевай противогаз. Нажмите N. Му. Или P. Да. То есть на поверхность только в противогазе, хватит, да? Хватит пялиться на мою задницу, кролик. Не для тебя цвету. Цветет? Ах ты, моя родная. А задница ничего тогда. Посмотри как. Все пиздец, но это будущее, видишь, наша жена. 100%. Помоги-ка. Для тебя все, что хочешь, родная. Ебать, на поверхность вышел. Охуеть. Волки будут. Так, и чё тут? Двигаемся к главному входу. Там удобная позиция. Смогу держать большую территорию. Ты же вроде неуязвим для их воздействия, так? А я простая девчонка. Мне туда соваться нельзя. Теперь слушай внимательно. Ты идешь вперед, ищешь тварь. Думаю, раз они тебя так любили, черный тебя почует и сам вылезет. Старайся оставаться на виду. Я буду тебя прикрывать. Можешь на меня рассчитывать.
Если вдруг у тебя дрогнет рука, я не подведу. Ладно, удачи. Дали бы хоть отъебный компас какой-нибудь, ну, ориентиру, у меня вообще нет никакой, куда-то идти. Надо по настройкам будет шакалить, посмотреть. Может, у меня выключен, так, где-то волки. Ебать, что это за птицы? Я на месте. Птеродактиль. Вижу тебя. Так, слушай, и правда до сих пор что-то чудит. А хорошо вы тут все отутюжили. Одни воронки. Странно. Столько времени прошло. Что-то может гореть. Впрочем, неважно. Двигай в том направлении. Я прикрываю. Ну, пойдем, как скажешь, пока ничего не понимаю. Ну, что за Артем, откуда взялся? Ну, что произошло тут? Там вроде говорили, что монстры какие-то, откуда ничего не... Не ясно. Есть какие-то черные, я типа с ними... Есть какое-то движение. Приготовься. Сейчас я по ним поработаю. Это не черные. Это стражи! Ебать, жесть! Успел забыть. Держи, сейчас еще набегут. Еще тройка, работаем. Ну, смотри за камышами. Ну, работаю только я пока что, бля. Ебать, жестью, вообще жесть. Кто еще? Так, кто на меня? Ты цел? Да. Эй, ты цел там? Да цел, цел. А такой уж ты и кролик. Неплохо справляешься, Артем. Аптечка и... На краю воронки. Там что-то есть. Дерево мешает разглядеть. А ну-ка зенки протрем, чтобы видно было. А чё он как? Плохо дышит, я же нажал на аптечку. Так, давай влево, там есть обход. Я, чтобы заменить фильтр, жму. А, тут надо постоянно фильтр менять. Опа, и что такое? Кто, бля? Не, ну вроде пока более-менее, только... Ну, по сюжету пока нет. Кажется, вижу. Метров 30 от тебя. На 2 часа. Вот же он. Мелковат. Но с виду черный. Ну да, что же ты? Где? Давай! Да где, блядь? Покажи. Дьявол! Вот это скорость! Как это он? Обходи слева, он еще там. Беру на мушку. Где он? Может, мне вниз надо слезть? Да нет, туда вроде нет хода. А. Я понял. Постой. Он должен быть тут. Следит за тобой. Вижу. Сейчас я его гаду. Прыгай за ним, Артём. Там не обойти. Налево! Хватит мной управлять, коза, блядь. Направо! Чё это он за чёрный? Он слева за тобой, осторожнее! Готов!
Да он вроде мирный. В мозг мне залез опять. Я хотел на превьюху взять, его не успел. Ладно, потом возьмем. Он типа показывать будет, что случилось, началась ядерная война, походу, да? Или она уже была, а это черный, типа, от радиации, от грязи. А он это все видел. Так он маленький, он ребенок еще. Пиздец. Они поймали его, я валяюсь. Эй, тепленький! Гутен морген! Они охуели, что ли? Вообще попутали. Существо, которое я встретил на выжженных останках ботанического сада, выглядит как черный и смогло проникнуть в мое сознание, доставая и вытряхивая из меня самое сокровенное. Но это был только детеныш. Я уверен. В принципе, как я и говорил. Узнал и испугался. И смог на какое-то время вывести меня из строя. Этого хватило, чтобы оказаться в плену. У Артема, походу, есть какая-то взаимосвязь, типа сопротивляемость к ихним этому, да? Он избранный, получается. Но этот, видишь, он к нему в мозг залез, увидел, что Артем его там увидел. Он испугался, но успел его вывести из строя. Понятно все? Господин штурмбанфюрер, свежее поступление. Двое красных и боец ордена были захвачены возле ботанического сада. Около рейнджера был обнаружен мутант размером с ребенка. Он также был доставлен в рейд. Ладно, потом разберусь. Что по этому? Подозрение в генетическом уродстве. У меня в норме все. Две руки, две ноги, пальцев сколько положено. Я нормальный? Нормальный? И вообще, я гражданин Ганзы. Молчи! Это ты на Ганзе, гражданин. А тут подозреваемый в мутации. И это мы сейчас проверим. Если твой череп правильных пропорций, ты свободен. Если нет, ты недочеловек. Урод! Это произвол! Да стой ты спокойно. Что там у тебя? Так, 318 миллиметров на 302. Смотрим в табличке. Ну вот, поздравляю. Ты мутант! Нет, нет, пожалуйста! В мусоропровод! Вопрос простой. Какое задание? Чего? Хуйню какую? В ботаническом саду. У разведки своей спроси. Фашист недоделанный. Читаю до трех. Один. Слава красной линии! Два. Да здравствует, товарищ Москвин! Три! Я расскажу, но не при посторонних. Меня убьют, если узнают. Этого во второй блок. Обычно Рейх не вмешивается в дела Ордена. Но тут нам одновременно попались рейнджер, красные и мутант. Что все это значит? Ах ты, говори, сука. Или получишь пулю. Бери офицера. Ах ты. Правильно, гаси его нахуй, этого пидора. Молоток, чувак, вот респект тебе, бля, красава вообще. Нож оставь себе. Ты, я так понимаю, из Ордена, со Спарты, а я с Красной линии. Наши начальники, может, в засосы не целуются, но нам-то, простым солдатам, что с того? Так, понятно, дистанционный замок. Оружия нет, ничего нет, но у меня есть нож. Я одно знаю, в одиночку отсюда не выбраться, а вместе шанс есть. Так, а что они там говорили про мусоропровод? Ладно, выбираемся из этого концлагеря, там посмотрим. Так, а чё я выйти не могу? Я не могу. Ебак, куда лечу? Пойдем.
О, знакомые трубы. Это у них типовое решение для таких заведений. Если бунт или еще что, вся тюрьма становится большой газовой камерой. Лифт уедет, дальше двинем. Двинули. Ё-моё. Я, конечно, слышал, что у них тут где-то концлагерь, но такие вот масштабы. Да. Вон там, лаз на той стороне. Ладно, я первый, ты за мной. Только тихо, а то газ пустят. Так. Ну иди. Двинули. Давай. Ты, главное, на свет не показывайся. Темнота, друг диверсанта. Так, кажись, проскочили. Ну-ка. Решетка. Хрена с два. Видно, мало каши ел. Да, тут не пройти. Ладно, куда дальше-то? А что если... Братишка, а ну-ка подсади! Чего сделать-то, бля? На меня не попало ничего. Ну чего ты? Надо... А, теперь понял. Иду, подожди меня. Так, а сейчас представь, что ты маленькая сука-мышка. Пригнись и потихоньку. Теперь тихонечко двигаем вперед. Ты с такими клешнями напортачишь всякого. А так, как хорошо. Пристрелим у тебя и людей сбережем. Нет, стрелять мы его не станем. Отомри! Спасибо, господин офицер, спасибо. Стрелять не экономно. Фюрер считает, что уроды не заслуживают ничего. За мной! Удобно и зрелищно. Но это единственный вопрос, по которому я не вполне согласен с фюрером. Делаем так. Ты правого, я левого. Я своего отвлекаю, тут ты снимаешь своего. Ферштейн, давай, только раньше времени не начинай. Все, работаем. А что же делать? Пожалуйста, я электрик. А вот отлично. Смотри. Ох, молодец, даже не вякнул, гад. Какая бестолковая. Слушай, эй, жизнь. Слышишь меня? Там рычаг, он лестницу опускает. С вещами на Перебей их столько, сколько сможешь. Нам всем все равно конец. Эх, дверь бы открыть. Открой клетки, а? Там в караулке пульт наверху. Ну, что тебе стоит? Ничего у тебя, парень, не получится. Только подохнем все из-за тебя. Ну, я попробую, конечно, вам помочь. Выкрути лампочку! Слышал? Что? Нет. Ничего, показалось. Что ты наши гены поганишь? На! Ай! Нет! Не надо! Ай! Ты на себя посмотри, парень! Подожди одну секунду. Управление, клавиатура. Присесть, делать, прыжок, спринт. Режим присев. Номп, дел. Да, поставлю вот так вот. Давай на ту сторону. Может, там выйдет подняться. Встретимся наверху. Не пуха! Давай. Блядь. Дайте хоть чего. Пожрать. Кормить тебя еще. Тебе ж подыхать. Опа. Слышь, парень, открой замки. В караулке пульт. В караулке. Да я понял, чуваки, подождите. Блин, не сизнул, Стэн. Ах, из-за
Что значит ты его отпустил? Ты что, рехнулся? Его же обершанфюрер приказал в расход. Это же трибунал за сочувствие урода. Не знаю я. Я смотрю на него. И вместо этой черной обезьяны сморщенной вдруг вижу своего пацана. Сынишку своего. Ну и... А тут еще этот торговец Ганзы. Продай, говорит, зверька, че его стрелять? Хорошие бабки, говорит, дам. Ну я и... И что, заплатил? А то. Ты это... Послушай, я готов поделиться. Так, чего гуляем? Так конец смены у нас. Тогда нечего здесь торчать. Марш в казарму. Есть, герр обершарфюрер. Ну это немцы, что ли, получается, какие-то? О, жесть. Чтобы метнуть нож, нажмите С. Подожди, давай маленечко. В управлении разберемся. Мне нихуя неудобно на С. Угу. Оружие. Метнуть нож. Атака ножом по гердов. Метнуть нож. Маус 3. Инвентарь оружия нам 4. Использовать. Так, все понятно. Да, сейчас потихонечку по ходу игры будем улучшать управление. Ну, то есть, как нам надо. Так. Кого метнуть, где он? Режим приседа. Нихуя там какие-то мутанты. По красоте. Так, давай все смотрим. Блин, я тебя выпущу, чувак. Подожди, я вас всех выпущу. И он там. Ну ты даешь, парень, как ты его? Ну что там? Тише, тише. Пока не я услышу, ты все. Глотай, вы молодец. Но будьте осторожны. Если вас заметят, сразу пусть обгадят. Никто ничего не слышал? Добрался, герой. Теперь надо, чтобы с той стороны нам шлюз открыли. Вон кнопка на стене. Это вызов. Жми. Жми давай. Да подожди ты, блядь, я боюсь. Прячемся. Дай момент. Вот, так лучше. А как этих-то выпустить? Я бы всех выпустил. Кому там приспичило? Ты кто такой? Да он это! Мимо проходи! Уже уходит! Давай, в шлюз, живо! Выпустите нас! Там наверху пульт! Можно открыть все камеры! Не могу я больше здесь! Барри! Сейчас открой, открой, подождите! Внутренний блок прошли! Теперь самое веселье будет! На вот, держи! Часы у тебя что надо! Лампочка загорается, когда тебя видно! Удобно! Значит так, дальше наверняка будет охрана. Но своих газом они травить не станут, поэтому можно будет развернуться по полной. Гранату бы. Но ничего, прорвемся. Я уже боюсь. Ты иди низом, а я сверху. Прикрою, если что. Лучше ножами, мне кажется, да, там по-тихому хуяришь. Тут я его убил, пиздец это. Все узнали то, что я его убил. Ебай, попадай. Потери!
Сам фюрер выступает. Это он нам подарочек сделал. Они тут все соберутся. Охрана вся. Вновь на линии в этом плане то же самое. Опа. Опа, подожди, подожди, я ружку взял, как мне? Как? Как на ружку переключиться? Ясно. Эй, давай сюда! Да подожди. Ну ты поможешь или как? Я один не открою. Я их выпустил всех, да? Да, я их выпустил вроде. Да, я все эти открыл, ебать там душман. Душманка пошла, сейчас они ебашут. Заканчиваю экскурсию. Надо идти, пока шабаш их не закончился. Да я посмотреть, может, что полезное есть. Нет, что полезное? Ладно, что нахуй. Все, уходим, уходим. Ну, поскакали. Побег из фашистской тюрьмы прошел под девизом «Враг моего врага – мой друг». И зовут этого друга Павел. Он командир уничтоженной разведгруппы красных. Я никогда не питал особой симпатии к коммунистам, но Павел действовал как герой. Не, нормально, нормально. Мне уже нравится игрушка. Пишите в комментариях, как четко, не четко. Ты молодцом, не зря тебя в рейнджеры взяли. Ставь лайкос, если тебе понравилось. Обязательно. За мной не останавливайся. Я посмотрю, сколько человек любит такие игры. Ой, нифига. Ну, а я сюда пришел, короче. Ждем. Там хватит консервов, чтобы рейх был сыт 100 лет. Там достаточно оружия, чтобы уничтожить всех уродов и генетически неполноценных. Цены низких. Скидки низких цен. Тут такая секта, что ли, у них, хуй поймешь. Охрана, дорогу! А. Мне надо было идти. Можно его убить, нахуй? Заебал на рай. И если шакалы не отдадут нам Д6 сами, мы возьмем его силой! Слава рейху! Господин штурмфюрер! Что там еще? Побег! Черт подери! Перебили охрану и скрылись! Так что вы тут делаете? Найти немедленно! Живо! Коту! Вон они! Хватайте этих свиней! Шпионы! Сюда! Артём! Скорее! Бегу, бегу, бля! Подожди, чувак! Прыгай! Прекратить огонь! А ну руки, урод! Пролезай! Ебать, что происходит? Дайте мне оружие. Черт! Сильно задело? Держись, Артём, держись! На, сука, получи!
чё, меня задел? На землю, сука! Ебать его нахуй, вали его, сука! Вали этих пидорасов! Давай погнали, жми, блядь! Ебашу, да. А у меня просто пули кончились. Нам удалось невозможное. Теперь моя задача предупредить орден, что черный пропал. Это значит признаться, что задание провалено. Но теперь, когда черный попал в метро, в одиночку мне его не разыскать. Нужно выбраться на ближайшую нейтральную станцию, а оттуда в полис, в штаб ордена. Павел покажет дорогу. Так, кажись, оторвались. Теперь на театральную рвем, больше некуда. Ты как там, живой вообще? Молодцо, Роник вещь. Черт, тупик! А ну, держись! Ну все, приехали. Делать нечего. Дальше на своих двоих. Какой был? Подожди, чувак. Что за туннель? Оружия у меня нет, нихуя нету. Так. Эх, фонарик. Тут, кстати, тут это лута нет, да? Мало как. Артём, иди сюда, дело есть. Иду, иду, дай гляну что-нибудь тут. О, видал? Артём, давай сюда. Видал? Ты видел? Я нашел патроны, подожди. Ну-ка, посади. Ну, давай, давай, запрыгни. Нашел патрошки. Давай, опа. Опа. Ой, видал, как я угадал. Опа. Так, ты подожди, а я гляну что-то. Давай, давай, смотри. Что за шпион? Хватайте его! Ты смотри, какой ловкач. А ну, мужики, тащи его на пост. Слышь, а если он не один тут? Внимание, второй пост. Проверьте свой сектор туннеля. Повторяю, проверьте свой сектор туннеля. Мы крысу из вентиляции достали. Там еще могут быть. Принято. Проверяем. Ебать, они вы взяли. Я хотел, сука, потихоньку убить, пидорас. Ебать, все закончилось. Блядь, пиздец, ну что делать-то? Нет никакой патрон. Как вообще инвентарь открыть? Подожди, да, посмотрим. Не пойму нихуя, я же брал пушку. Я брал охуенную пушку. Противогаз, П. Сменить фильтр, давай тогда сделаем так, противогаз. Сменить фильтр. Фонарик. Зажигалка. Аптечка у нас будет так вот. Это будет так. Часы. А инвентаря нету. Да, придется как-то действовать, я не знаю. Хуй тут нет нихуя. Давай, идите сюда, я сейчас. Где? Ну где эта свинья зарылась? Давай, давай. Иди, уёбок, я тебе покажу, где я.
У меня ножи есть. Ты, сука, как попадаешь? Ебать, ну все мимо, нахуй. Все, пизда. Миссия провалена. Может, мы вон сюда подойдем? Я хотел вот сюда заныкаться, чтобы когда они открыли, они сюда пришли, я их убил потихоньку. Нахуй тут нет нихуя. Кстати, как... Спокойно. Бля, можешь выключить фонарик? Прячется мутант. Вот он, значит, трусик. Прячься. Недолго осталось. Они идут, идут, бля, что делать? Ладно, давай, ну, на серьезных щах накидаем нож. Черт, где он? Ушел, собака, точно ушел. Мимо. Два ножа мимо. Опа. Они бы хоть, ну, и индикатор обнаружения дали какой-нибудь. Не докидывать. Ножик забираем. Надо без фонарика держаться тени Assassin's Creed. Прячется вот так. Значит, трусит. Точно ушел. Че, я его убил? Нет, хуй поймешь. Увидите вас. Ну что, пошли искать комиссарчика? Ну пошли. Только может и не комиссарчик это. Ах ты, красные, тревога! Теперь тебе крышка, г***. Они меня только на свету видят, да? Да блин, я же пушек себе набрал, чем мне пушки не дают? У меня нет ни патронов, ни хуя ничего. Бас. Артём, снайпер, метатель. Сколько вас тут, блять, вообще? Вот пушка. О, взял, вот. Дробаш, короче, жесткий. Значит, Бля-бля-бля-бля-бля. Больно.
дробаш не достреливает, надо другой взять. Винтовка нужна, чтобы аккуратно его снять. Суки, бля. Это шара, я тебя размотаю. О. Ножи обязательно берем. Они очень тихо убивают. Они тихо убивает, никто нас не слышит, не видит. Обязательно забираем ножи. Че, они умерли, что ли? Враг! По цели у нас по цели! Ходи, уходи, уходи. Прижал его! Дробаш у меня есть. А аптека там, кстати, есть? Аптека. Зажигалку нет. Забыл, на какой аптека. Номер 9 запомнили. Аптечек нет. Ну, у меня есть такой. Не, ну потихонечку лутаемся, набираем патроны. По красоте. Тихо, не мешай. О, бля. Снайперка. А почему он на второй слот не берет? Он тоже не понял. Что такое? Одного наверху убил, да? Лампа, сука, на меня смотрит. Опа. Револьвер. Не, ну я вот это возьму. Со снайперским прицелом, да, вот. Чё тут можно? Заметку взял какую-то. Внимание! Держаться до последнего! Подкрепление уже близко! Пока муняков стреляют, красный окружить и уничтожить! Огонь без приказа! Бог, они меня видят! Сдохни ты, сука! Потери! Где он, бля? Где он? Мне надо оружку такую, чтобы я с одного удара мог убивать, а это не убивать никуда. Вон он бегает, пойдет. Вот. Че, все? Мы добегались.
тут еще есть. У меня пусто! Ланшот. Ну. Забираю все, лутаю все, нахожу. Эта оружка у меня есть такая. А? Что? Сдаюсь! Не стреляй, я сдаюсь! Да ладно, чё ты? Я сдаюсь, не стреляй! И чё, я его типа убил? Я думал, это мой напарник сейчас будет. А он взял просто, откис. Что такое? Кнопочка. Кнопочка. Открыть могу чем? Нет. Буду полуприсед везде идти, чтобы не уметь. Так, тут что? Нет, нет, нет. Полезли. Тихо, подожди-ка, можешь? А, все, нет. Назад не могу уже назад. Тут смотри, это шипы, сейчас я заболваню здесь. Нет? Мне кажется, убьют сейчас. Пашу наверняка ждет петля. Кто знает, что было бы со мной, если бы он не вытащил меня. Спасти его, красный, да, короче. Синий, желтый. Какая разница? Он рисковал своей жизнью ради меня. В метро такое случается нечасто. Я не могу его тут бросить. Артём! Блин, Артёмыч! Я знал, что не бросишь меня. Мы ж с тобой как эти, как мушкетеры. Один за всех и все за одного. Я тебе по гроб жизни. Достань только меня отсюда, а я тебя к твоим выведу в два счета. Дьявол, это за мной. За мной идут. На вешалку. Давай, брат, не подведи. На тебя вся надежда. На выход, крыса краснопузая. Ребят. Чего вы, ребят? Молодился. Да при том, чего, что мать у тебя ничего вроде. Нормально. А брательник уродом родился. А сохраниться-то можно? А нет, только чекпоинт, да? Значит, что? Давайте на этом и завершим. У нас был на сохранении, ну, чекпоинт. Мы отсюда потом продолжим. Следующий видосик. Ну, ставьте лайк, если игрушечка зашла. Мне вроде как бы пока что более-менее нравится. Но пока не дают по поверхности, да, походить, полутаться. Чисто по подземкам лазим. Ну, что мы еще только начали, это еще обучение. Дальше больше увидим. С вами был Рэмплей. Подписывайся, ставь лайк. Всем до встречи, всем пока.